Получилось. Проверка. Меня зовут Ричард Паркер. Много вранья будут говорить обо мне, но я хочу, чтобы весь мир узнал правду. Оскорб уже был лидером в области генетических исследований, когда Норман Осборн пошел на сделку с одной заграничной военной структурой, чтобы они финансировали мои опыты. Но я понял, для чего им это было нужно. Чтобы создать оружие. Биологическое, конечно же. Я отказался. Теперь, чтобы снять меня с дистанции, Норман Осборн фабрикует доказательства моей вины в надежде завладеть плодами моих трудов. Я могу вам помочь? Да, ты можешь открыть ворота. Я Гарри Осборн. У вас тут один пациент в изоляторе, я хочу его видеть. Джо, это мистер Осборн. Из Оскорпа. Простите, сэр, но без спецдопуска в эту зону вход запрещен. Но это все не важно, потому что есть кое-что еще. О чем Норман еще не знает. Человеческий ДНК, который я вживил своим паукам, был моим ДНК. А это значит, что без меня, без моей крови, Оскорб никогда не сможет воссоздать и продолжить мой эксперимент. Держите электро на прежней дозе. 400 миллиграммов тиопентала натрия унфенобарбитала. Пока он в состоянии комы, мы начнем вторую стадию опыта. Как мог, зачистил архивы, но не успел уничтожить всех пауков. То есть, как ученый, я не вижу иного выхода. Я должен исчезнуть, я должен уехать как можно дальше отсюда. Но как отец, я понимаю, что, возможно, больше никогда не увижу сына. А для меня нет ничего важнее на свете, чем мой сын Питер. Нет ничего важнее. Но на мне лежит большая ответственность. Я должен защитить мир от того, что создал, и от Осборна, поскольку теперь я знаю, на что он способен. Меня будут называть чудовищем за то, что я сделал. И, может быть, будут правы. Мне казалось, что у меня больше времени. Простите. Ain't no way to get up, unless you move forward.